Музейный комплекс города Магадана и Магаданское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» приглашают горожан и гостей нашего города посетить выставочный павильон парка «Маяк», где для вас открыта выставка «За легендой на край света люди морем шли». Русские путешественники, первопроходцы, внесли огромный вклад в историю географических открытий и исследования дальневосточных земель. В честь них названы многие географические объекты, научные труды, карты, составленные ими, имеют большое значение и поныне. Именно им и посвящена серия портретов «Имя на карте». Автор серии – Мягков Владимир Владимирович, заслуженный художник Российской Федерации. Так что у посетителей выставки есть возможность взглянуть на портреты, вспомнить имена Москвитина, Нагаева, Чирикова и многих других, прочитать или послушать информацию о их деятельности и открытиях. На выставке можно увидеть репродукцию картины Владимира Мягкова «Бот Большерецк борется со штормом». Главным экспонатом выставки является модель реконструкции дубль-шлюпа «Большерецк». Увидеть данный экспонат вблизи – это большая удача, ведь его постоянное место – экспозиционно-выставочный зал галерея Русского географического общества в КСК «Металлист». И там он располагается над головами посетителей и недоступен для тщательного рассмотрения. Здесь же каждый посетитель имеет возможность не просто рассмотреть мельчайшие детали модели и представить, каково это было в 18 веке на столь малом судне пройти по морским волнам сквозь туман, ветра и бури, но также и можно сделать памятные фотографии. Кстати, на расположенных в павильоне баннерах представлены фотографии создания модели дубль-шлюпа «Большерецк». Автор-изготовитель модели Святослав Лущинин, руководитель художественно-постановочной части Магаданского государственного музыкального и драматического театра. А консультантами проекта являлись кандидат исторических наук Александр Новосардов и заслуженный художник Владимир Мягков. Сам же Большерецк заложил и спустил на воду в 1739 году Мартын Шпанберг. На нем он и его команда, а затем и команда Василия Хмикиевского достигли Курильских островов, Камчатки, Северных островов Японии. Также на выставке можно ознакомиться с книгами, предоставленными Магаданской областной универсальной научной библиотекой имени Александра Сергеевича Пушкина. Выставка «За легендой на край света люди морем шли» открыта с 24 апреля по 4 июня с 12 до 18 часов. Выходные дни – понедельник, вторник.